Прямая линия впервые прошла в стенах медиахолдинга «Сибинформбюро» в новом формате. Вопросы от жителей губернатору задавали ведущие телеканала «Тюменское время» Дмитрий Чашков и Кристина Смирнова. На прямую связь со студией из Центра управления регионом, куда поступали вопросы по телефону, выходила телеведущая Гульнара Успанова. Чтобы технически трансляция прошла без сбоев, над ней работали несколько десятков человек. На экранах оперативно выводилась карта региона, появлялись вопросы из социальных сетей. Губернатор в режиме онлайн мог позвонить профильным специалистам. В прямую линию по видеосвязи подключились глава города Тюмени Максим Афанасьев и заместитель губернатора Сергей Шустов. Для трансляции об уже проделанной работе в регионе журналисты телеканала «Тюменское время» подготовили несколько сюжетов и видеоинформации. Повтор трансляции можно посмотреть в социальных сетях губернатора, а также на нашем телеканале.